Вопреки расхожему мнению, рок жив. Более того, он довольно-таки молод. Выходные в Иваново стало местом проведения традиционного областного фестиваля-конкурса «Школьный рок». Уже 13-го по счету. Ну, у нас где-то всегда вот три номинации: вокал, рок в акустике и сами рок-группы. Это до 30 коллективов. Ну, бывает. Ну, вот так где-то 30. Ну, в этом году, может быть, 25 будет. Вот так. Потому что у нас все демократично. В последний момент могут даже или не подъехать, как некоторые заявились, а некоторые приехали, которые мы не заявлялись предварительно. Несмотря на обилие новых музыкальных стилей, рок по-прежнему популярен среди молодежи. Правда, сейчас он мало похож на рок в классическом его представлении. Я как бы жизнь на моем пороге. Участники фестиваля объясняют это просто. Рок в чистом виде сейчас вообще встречается редко. В моде смешение музыкальных стилей. Симбиоты появляются, рок с чем-то там. Вот я сегодня выступал, я делал ритм барабанами, битбокс делал. Мы пели тоже, ну, изначально песню не роковую такую, мы ее сделали чисто под гитару. С каждым годом в фестивале принимают участие все новые коллективы. И не случайно, для молодых это дорога на большую сцену. Наталья Романова, Сергей Коликов, РТВ Иваново.